Ребят, всем привет, меня зовут Арслан, это Хижина Музыканта. Сегодня буду исполнять в чат-рулетке свои собственные песни по вашим многочисленным просьбам. И посмотрим реакцию людей на мое творчество. В конце видео по традиции разыграю 3 видеокурса в мою школу гитары и вокала. Если и вы хотите на халяву их получить, поставьте лайк, напишите любой комментарий и подпишитесь на канал. Приятного просмотра. Ну привет. Ну привет, сыграй нам. Что? Ты понимаешь? Что? 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 Это пранк? Нет, почему? Ты серьезно? Я серьезно пишу песни и пою их людям здесь. Блять, я одна не понимаю. Подожди. Я сам не понимаю, что они делают, странные люди. Объясните. Рамиль. Я не Рамиль. Подожди. Ты что думаешь, я сияй написал? Нет, это не я написал. Смотри, видишь, не влюбляйся. Чё? Не влюбляйся? Есть такая песня одна. Не влюбляйся, я не твой герой. Будет больно, не тревожь покой. Ты скучаешь так же, как и я. Ни к чему не приведет, будь холодной, словно самый стойкий лед. Не влюбляйся, все же было хорошо. Я не тот, с кем будет сладко вечно, странник одинок. Гороскоп из журнала совместимость наших знаков. Ищешь буды для встречи, проверяешь мои лайки. Ты подсел на любовь, ведь заразительная игла. Ты наивная и малая, ничего не поняла. Не скажу, но больно отпускать. Я молчу, но хочется кричать. Рамиль, покажи вот так вот, что это правда ты. Это видео записано специально, чтобы обманывать людей в чат-рулетке. Меня не Рамиль зовут, а Раиль. Пиздец, как они перепутали. Вообще же. Тебя кто-то, девчонку, кто-то покромсал, что ли? У тебя грудь красная. Это бурная ночь была? Очень. Мне, да. Только началась. Твои видосики смотрю вообще четкие. Класс. Давно, что ли? Ну, где-то год. А, год уже смотришь? Да. Ну все, значит, попадете в новый выпуск. Отлично. Капец. Я, короче, недавно только вот подруге, ну, твою песню «Не влюбляйся» показала. Она такая, о, классно, добавила себе. А теперь она знает, что вот эту песню пою я, да? Да. Он мне песенку показал. Вот. О, привет. Нифига, привет. Вы танцоры, да? А ты не блогер? Не. А мы ждем этого на гитаре, который играет. Вот же я играю. Да нет, ты не тот. Да? А кого ищете? Нет, мы не ищем, просто нам один пацан сказал, что... Есть какой-то видеоблогер сейчас снимает, что-то там. Это, знаете, звучит как, типа, у нас в городе появился какой-то маньяк, будьте осторожны. А что скажете, если я тот самый видеоблогер? Вот это поворот! Серьезно? На, серьезно! Нет, хочешь сюрприз? У кого? У тебя же телефон, да? Угу. Зайди на YouTube, надо написать «Хижина музыканта». Сейчас, подожди. Вот. Ого! Посмотрите! Чуть-чуть осталось, да? До миллиона. Офигеть! Вот скоро вот здесь будет висеть золотая кнопка. Поздравляю! Сыграй какую-нибудь свою еще. Давай. С рэпчиком, да? Это не объяснить, будто бы сон наяву. Ты искренне, я больше не иду ко дну. Благодарить мне предстоит сколько тысяч лет за то, что ты сейчас так близка ко мне. Сколько людей тебя пытались добиться разбитым экипажем близ берегов Атлантиды, зацепившись кормой от твоей скалы мысли, чтобы я мог повстречать тебя одну. Спрятавшись под белым пледом и снежных историй, мы находили происки этих людей виновными, чтобы не твердили нам с тобой о дистанции. Преодолей все, чтобы к тебе прикасаться. И нас с тобой за кружит этот белый танец. Назло всем тем, кто от нас не отстанет. Глядя на сотню звезд, что будут с неба капать.
Очень классно. «Белый танец» называется песня, если хотите ее потом найти. Привет. Привет. Как дела? Хорошо. Отдыхайте. Послушайте мою новую песню, я тут сочиняю чуть-чуть. Давай. «Равнодушие» называется. Хорошо? Засыпаю в колыбели тишины, просыпаюсь в одиночестве один. Ты на все забила, о любви забыла. Hey, goodbye, I'm a lullaby. И пролетают тысячи комет мимо меня, меня будто нет. И толпы равнодушных миру лиц пролетят, как стая мертвых птиц. Там горит закат, но тебе все равно, все равно. И не важно, что будет, подарю весь мир, но тебе все равно, все равно. Кто любит, эй, это равнодушие. На холоде, как души, холодном, как оружие. Выстрели в себя, это лучшее. Ну как вам? Вообще классно, короче. А ты сколько вообще на гитаре уже играешь? А чё, нормально получается? Да. Ну, этот... пару месяцев. Ничего себе. Вторая не поверила. Чего? Лет 7. А ты разбираешься, что ли? Нет. Просто говорю. Ну, молодец, да, довольно близко. 11 лет. Ну, вам задание, чтобы вся Республика Коми слушала треки «Арслан». Хорошо. Привет. Привет. Ты розовая играешь? Комната. Что? Розовая комната, говорю. Завлекаешь парней? Она мне не нравится, если честно. А ты видео записываешь или просто так? Просто так пою. Ну, типа тренируюсь, знаешь, мне называют любую песню, я ее пою. Круто. Молодец. А ты что делаешь? Получается. Спасибо. Ты тоже видео записываешь? А, я тоже говорю, ну, записывай. Ой, дурак! Нет. А, ну ты так на стримершу просто похожа. Нет, а у тебя какая любимая песня? Ну я свои пишу, вот в чем дело. Наверное, поэтому свои песни, типа, любимые. А ну сыграй что-то свое. То, что мы с тобой не вместе, это правильно. Наверное, будет глупо искать морали там, где их просто нам с тобой не найти. Удалил твой номер, чтобы больше не звонить. Где бы ни был, не выкинуть из памяти. Все напоминает о тебе любовной трагедии. С алкоголем завязал, да и просто не хочу. Позвоню по пьяни, не скрой своих чувств. И что же нам с тобой делать? Уже другая девушка со мной в постели. Если честно, не запомнил, как зовут. Если смысл, ведь ее уже не будет тут. Когда там болен был, там болен. Но все позади, я не вернусь, когда не будет хватать любви. Все идет как идет, назад ты не смотри. У каждого из нас своя дорога, как ни крути. Блин, вообще шик. Это ты написал? Да, я написал. Круто, круто. Ты можешь инсту свою оставить? Да. Напиши. Так как многие спрашивают инстаграмы и странички девушек, которых я встречаю в чат-рулетке, я решил сделать такую вещь. В ближайшие дни у себя в инстаграме я сделаю пост, где напишу ники этих девушек, чтобы вы их могли найти в инстаграме. Это и для них пиар, и, возможно, вы свою любовь нашли. Как вам такая идея? Напишите в комментариях. Еще есть какие-нибудь песни у вас? Ну да. Вот «Не навсегда» есть песня. Я больше не хочу смотреть в твои глаза и вдарить по газам.
все не вернуть назад. Я больше не хочу дыхать твой аромат. Когда срываю платье с тебя, будто психопат. И навсегда была твоя любовь, любовь, любовь. И все твои слова пустая ложь. Оставь, не трожь. Это ваша песня? Да. Очень крутая тоже. Спасибо. Я сначала подумала, что не ваша. Но мне казалось, что я ее где-то слышала. Может быть, я ее где-то слышала? Но уже не помню. Я старался уж максимально пиарить. В ТикТоке видосы снимать, на Ютуб клип типа сняли. Ну, вы очень крутой на самом деле. И поете очень красиво. Спасибо. Как думаете, буду популярным артистом? Конечно, будете. Да. Так что... Видите меня у истоков истории. А вы откуда? Спасибо. Я из Казани. Будете. Да. Типа мы это... предскажем вам будущее. Предсказывайте. Только да. Вы нас не забудьте. Если вы нас забудете, мы не будем ходить на ваши концерты. Нет, мы всем скажем то, что вы плохой дядя и. Предсказание просто не сбудется, скажи все. Давайте еще одну. Сегодня бал, ты моя дама, я твой кавалер. И пусть завидует в потоке весь твой универ. Мне не важно, что там будут говорить о нас. Мы будем танцевать всю ночь, словно в последний раз. Каждый концерт, словно испытание. Стойки я, но больше не сдержусь. Дикое дыхание, пьяные создания. В жилах закипает кровь. Я видел, как ты падала, и на губах помада. Я останусь с ароматом, но лишь только в тебе. Я знаю, это надо нам, но что тут непонятного? Ведь мы — это танец теней. Давай станцуем танец наших душ. Давай станцуем танец наших душ. И пускай тает все вокруг. Я чувствую касание твоих рук. When you're dancing, there is no You shine like a winner's prize. When you smile, all my troubles seem like nothing at all. Sing me la 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 la, and sing me la 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 la. Вот такая. Блин, это тоже крутая. Знаете что? Терпение и труд все перетрут, да. У вас все получится обязательно. Возьму ваши слова на заметку. Давайте, хорошего вечера вам. Спасибо, что послушали. И вам хорошего вечера. До свидания. Привет. Чё, пьём? Гориллу, да? Да. Ты хочешь нам спеть что-то или ты хочешь нас переключить? Я нет. Приятного аппетита. Все удобства для тебя. Пока кушаешь, буду петь, да? Давай. А что ты поешь, стой? Я свои песни пою, пишу песни. Качель называется. Везде как не дома, везде как не свой. Тревожные чувства играют со мной. Сегодня в порядке, завтра снова на дно. Качели скрипучих взлететь не дано. Сорваться с цепи, улететь за мечтой. И вернуть беззаботные дни. Я кружит лунный парк далеко над землей. Счастлив я и таким сохрани. So I see the people on a plane on blue. Oh, I wanna fly with you. I wanna fly with you. Круто. Классно, реально. Это точно твоя песня? Без Конечно. Пиздежа. А? Без пиздежа. Конечно, а что, не веришь мне? Не знаю. Ну, такую не слышу. Я тоже такие мотивы не слушаю. Типа я такой сочинить не могу, хочешь сказать. А я не знаю. Можешь ты или нет. Ну, на самом деле, приятно то, что, типа, не поверил изначально, что это моя песня. Значит, она хорошая. Да, она крутая. Давай проверим. Сможешь набрать ВКонтакте название песни в аудиозаписях? Арслан Качели. Вон, написал латиницей. Это да. О, очень много песен, оказывается. Ну да, послушай. Вот, кстати, где-то 8 февраля еще выпускаю новый трек, но он будет совместный. И не такой лиричный, как вот этот. Будет называться «Зарядка», поэтому не упустите. Нифига себе, блин, а сколько тебе лет? 25. Реально? Ни за что бы не дала столько.
Будете моими фанатками? Конечно. Мы две маленькие фанатки. Да, так это запомни, пожалуйста. Ты, короче, пишешь хит. Давай вот зарубимся сейчас. Короче, давай, ты пишешь, стой, подожди. Хит. Ты 8 февраля выставляешь песню. Мы его помогаем тебе короче, своим друзьям тоже даем его слушать. Ну. Ага. Набираем. Сарафанное радио будет, короче, работать. Во. Потом ты станешь пиздец каким популярным, что у тебя, будут концерты по России, типа тур, понял? Ага. В Питере будет концерт, и мы придем к тебе на концерт. Да. Бесплатно, VIP-места. Да, мы даже купим випки, да. Сфоткаемся с тобой, напомним, кто мы такие. Обязательно. То есть у вас задача в Питере расширить трек, чтобы прям каждый знал, Арслан, да. Кто такой. Кстати, все треки, которые я сегодня исполняю, вы можете спокойно найти на любой музыкальной площадке, где вы слушаете музыку, и добавить в свой плейлист аудиозаписи и слушать на здоровье. Пришло время халявы, как говорится. Сейчас разыграю 3 видеокурса в мою школу гитары и вокала. Если не хотите их ждать, просто приобретайте по ссылочке в описании и уже начинайте свой путь к мечте, к исполнению любимых песен. Если выпуск вам понравился, сделаю еще вторую часть, у меня много своих песен. Напишите, какая песня больше зашла вам в комментариях. И скоро увидимся. Пока. Ребята, вот он крайний выпуск чат-рулетки, в котором я предварялся звездой. Копируем ссылочку. У нас здесь 2475 комментариев. Переходим на сайт Uncle Group и определяем 3 победителей моих видеокурсов по гитаре и вокалу. Они находятся, кстати, в описании под видео. Жизнь вахтами. Крутой выпуск, как, впрочем, и все выпуск Раиля. Спасибо. Итак, 2 победитель. Все, кто победит сегодня, ребята, отпишитесь мне в Инстаграме или ВКонтакте, вышлю. Скрытый пользователь, поздравляю тебя. И 3 победителем становится человек под ником AnMax. Лучший. Ребята, спасибо за участие. Отпишитесь мне в соцсетях. Желаю вам удачи. Всем пока.